Всем привет, мы с вами на Правда 7.9. Будем говорить об этой классной гитаре Morris MG301. Это гитара 90-х годов, винтажная. У нее абсолютно нетипичное звучание, и она круто выглядит. Это зеленая классная гитара. Где вы видели зеленый дредноут? Передняя дека ель, задняя дека махагон. Винтажная колковая механика в стиле гитар Epiphone и Gibson. Довольно удобный гриф, также из махагона. Давайте послушаем, как она звучит. Довольно громкий дредноут, он удобный, и помимо того, что тут довольно сбалансированный звук, я вам скажу так, это гитара, которая называют ее eye-catching, которая заставляет вас собирать взгляды всех в компании, потому что, черт, это крутая зеленая акустическая гитара. Если вы ищете нетипичный дредноут, вам сюда. Если вы ищете правильную акустическую гитару и рассматриваете что-то из не новых гитар, вам точно определенно нужно посмотреть на Morris. Эти и еще больше акустических гитар в skiffmusic.ru.